Внеплановые совместные проверки пожарной безопасности торговых центров «Гигант» и «Великан» проводятся в Биробиджане. Специалисты Хабаровской испытательной пожарной лаборатории, инспекторы управления надзорной деятельности областного центра и сотрудники прокуратуры особое внимание уделяют работоспособности пожарной сигнализации, доступу к путям эвакуации, наличию средств пожаротушения, проверке знаний персоналом, действий в случае возникновения возгорания. Данная проверка была согласована в связи с тем, что в сентябре произошло возгорание в торговом магазине «Бубльгум» торгового центра «Великан». А также были у нас еще случаи вызова пожарной охраны, связанные с тем, что происходили короткие замыкания в данных торговых центрах. Продлятся проверочные мероприятия до конца октября. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности руководителям вручат предписание по их устранению. Андрей Кирюшин, Новости 21.